Так, добрый день, опять запишу видео на русском. Ребята, слушайте, вчера посмотрел, по-моему, я сейчас очень быстро и коротко, но вечером после трудового дня сделаю еще видео конкретное, да? Но смотрите, я же говорил, по Библии тоже это все написано, что в мире останутся 10... ну, больших держав или сверхдержав, или 10, ну, понимаете, 10, если сейчас в мире почти 200 стран, да, больших, маленьких, то, конечно, Антихристу, по Библии написано, что ему власть передадут в конце концов, да, какое-то время будет этих 10 таких сверхдержав. Я про это все писал, говорил, и многие люди в интернете тоже про это все писали и пишут. Если есть интерес, пишите, гуглите, смотрите, YouTube покажет все это. Это из Библии. Так это все будет. И Бог так давно решил, и так будет. И ничего не изменится, да? Вот, потому что будет Антихрист, будет там времена, когда он будет править, и там Библия говорит 7 лет, и первых 3,5 так, а потом после 3,5 по-другому будет. Сейчас не про это. Но вчера, что я уловил, значит, Путин хочет, по-моему, сегодня проходит это какой-то там этот ООН, там, как это, да, совет там в Нью-Йорке, в Америке, где там, в Вашингтоне, я, это не важно. Короче, и там он хочет в эту... Это от Путина, представляете, вышло. Я вчера такой ролик посмотрел, я его сохранил там, ну, в этих... Есть возможность в Ютубе сохранить, да? Вот, и, значит, я в Ютубе сохранил и буду вечером его смотреть, и потом вам еще раз запишу видео. Но идея такая, что Путин этим западным странам, как он там пишет, говорил, да, хочет предложить такую идею, да, чтобы вот... Я вообще в шоке был, что от Путина такая идея, да, что оставить в мире вот таких больших регионов, и там тоже интересно было написано, там, ну, значит, чтобы у них были какие-то вот свои местные лидеры, там все, да, но все какие-то большие, крупные решения, например, принимают там вот эта большая, ну, например, не знаю, там, ну, например, там, одна большая страна взяла под себе, не знаю, там, 10 маленьких, да, вот, и в этих 10 маленьких странах, да, что-то, чтобы принять или что-то делать такое, там, не знаю, крупное, мы должны или, ну, вот, люди будут должны спрашивать не своим местным президентом, а уже вот какому-то вот этому, который будет над этими, то есть, я вечером это сделаю, а в Библии так написано, что только непонятно пока, да, как эти страны, потому что, например, там, какой-то там Лаос, Вьетнам, там, не знаю, Камбоджа или, ну, я как пример говорю, там, как они захотят под каким-то там, не знаю, Китаем или Японией быть, да, так они выразят свое это все и будут какие-то войны, поэтому, ребята, в мире не ждите легких, спокойных времен, все, это закончилось, забудьте, да, все идет на электронные деньги, на то, что человека будут... над человеком, как это, да, ну, понимаете, электронное все это наблюдение, концлагерь, называйте как хотите, то есть все, ребята, это не то, что там было какие-то, не знаю, время назад, все, поэтому будут войны, маленькие, большие, но дойдут до этого, и значит, так что ждите вечером, чуть-чуть, может, подробнее сделаю.